А как вам в Москве живется? А я 200 тысяч, у меня зарплата. Ничего не могу себе позволить в этой вашей Москве. Хорошо ли живется? Ресторанов столько вон понастроили на воде. Все хочется, а позволить себе не могу, блядь. Я вот нормально поесть могу, на 5 тысяч рублей, чтоб хватало, чтоб сытно было, чтоб наелось. Вот посчитайте, по 5 тысяч в день, это 10. 200 делим на 10 равно 20. На 20, блядь. Мне и моя зарплата, вы понимаете или нет? Я одна себя содержу. А еще кино, театры, вот эти концерты понастроили. Себя одеть надо, косметика, блядь. Сумка мне в ЦУМе понравилась, блядь. 400 тысяч стоит. Где я их, гребаный, блядь, возьму? Устрицы на рынке от 200, блядь, 200. Я думаю, как выжить в этой, в Москве, а вы мне, блядь, как в Москве живется? Уезжать отсюда мне надо. Чтоб денег на все самое необходимое хватало. Thank you.